أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и продолжаем серию передач, посвященных теме ваххабизма. Мы ознакомились с этим мышлением, и для продолжения данной темы мы вновь пригласим в нашу студию уважаемого шейха Гурбана. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемый шейх Гурбан, на последней передаче очень была интересная тема, что мнение больших ученых, которые, по мнению Ибн Тайми, являются наилучшими, одним из наилучших, допустим, Табари, это наилучший толкователь Корана. Мы видим, по их мнению, Ибн Касир и так далее, вы приводили, что мусульманин любой тот, кто уверовал в Бога и в его посланников. И это достаточно для того, чтобы защищать его, чтобы его кровь была под защитой, чтобы его имущество было под защитой, его женщины были под защитой. Но приходит такая личность, как Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, который якобы следует Ибн Таймии, якобы следует масхабу, хамбалитскому масхабу, но при этом убивает самих последователей этого масхаба, убивает других мусульман и считает их кровь разрешенной, несмотря на то, что они уверовали в Бога. И даже в деяниях многие из них совершали намаз. Хотелось бы продолжить данную тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую дорогих зрителей Хади ТВ 3. Мы, как совершенно верно напомнили, мы говорили сначала о такфиризме Мухаммада ибн Абдул-Вахаба и приступили к тому, чтобы рассмотреть, насколько это соответствует да, исламу, и начали со священного аята священного Корана. И в связи с этим привели аят священного Корана, который ясно, недвусмысленно исповедует и утверждает нечто полностью противоположное тому, что исповедовал и во что верил Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, и что он хотел навязать другим. И это то, что в священном аяте говорится, что ислам и иман – это разные вещи. А если мы обращаемся к Мухаммаду, к учению Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, его учение очень довольно-таки разнообразное. Его учение имеет множество оттенков омерзительного. Множество, то есть там все оттенки мерзости имеются в учении Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Мы как бы не сможем все эти оттенки того, что он исповедует, потому что это все очень настолько сложно, что все это отдельности разобрать не сможем. И поэтому по крупице какую-то часть мы разберем. И вот одним из этих оттенков вот того, что он говорит, является то, что он утверждал в 6 главе своей книги «Ат-Тавхид». Говорит, что недостаточно произнести «Ла илляха илля Аллах Мухаммаду Расулуллах». И недостаточно понимать, что это значит. И недостаточно уверовать в это. Недостаточно уверовать в то, что «Ла илляха илля Аллах Мухаммаду Расулуллах». Подтвердить. «Ат-тастик». То, что мы читали в толкованиях. Говорил Замахшари, говорил Куртуби, говорил Табари в своих толкованиях. Они говорили, что аль-иман хуа тастик. Иман – это тастик, это подтверждение. А это иман. Обратили внимание? Это иман. То есть ат-тастик – это иман, иман – это ат-тастик. То есть тастик – это подтверждение. А Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, что чтобы стать мусульманином, недостаточно подтвердить, что ля илляха илляллах Мухаммад расулуллах, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является его посланником. Он говорит, недостаточно произнести, недостаточно понимать, что эти слова означают, и недостаточно подтвердить, то есть уверовать в это. А Всевышний в Священном Коране говорит, скажи, о посланник бедуинам, пусть они не говорят, что они уверовали, что они стали верующими, то есть, что у них есть тастик, подтверждение, а повели им, чтобы они говорили, что они приняли ислам, что они покорились, что они стали мусульманами. То есть, они стали мусульманами, не уверовав, «Валямма ядхулили иману фи кулубикум», несмотря на то, что вера в их сердца не вошла. А Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, мусульманином невозможно стать, даже если вошла вера в ваше сердце. Вы произнесли шахаду, и вера вошла в ваше сердце,
это не делает вас мусульманином. Насколько? И вы совершаете намаз, вы совершаете хадж. Это уже другое, да, это уже другие оттенки. Это другие оттенки. Опять-таки, это очень многогранно. Он там столько условий приводит. Мы обо всех этих условиях даже не успеем поговорить, если захотим. Точнее, даже, наверное, кроме пророка, туда никто не подходит под эти условия. Ну, нет, пророки тоже не подходят. Нет, серьезно, пророки не подходят. Потому что они сами откровенно говорят, что то, что делали пророки, это ширк. Есть слова такое, что они говорят, что пророки делали ширк. Есть среди слов того, что говорили их ученые, есть такие слова. Просто у них они находят какие-то оправдания. Оправдания, да. Есть, и в том числе и в отношении его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, есть у них подобное омерзительное движение. То есть сегодняшний, если был бы пророк, они явно с ним воевали бы, если посмотреть на эти идеологии. Вне всякого сомнения. Вспомните пророка Юсуфа, алейхиссалату вассалам, который отправил свою рубашку своему отцу, чтобы... Исцеление нашего. Да, то есть аят священного Корана. По их убеждениям, он мушрик и не является верующим. Юсуф, пророк Юсуф. Ну и так далее, мы об этом еще поговорим. Опять-таки, я говорю, мерзость Мухаммад ибн Абдул-Вахаба и мерзость ваххабизма, она многогранна и имеет множество оттенков. Мы не сможем даже про эти все оттенки поговорить. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, что веры, имана, тастика недостаточно, чтобы стать мусульманином. В священном Коране Всевышний говорит: «Валямма ядхулил иману фи кулубикум, валякин кулу аслямна». Скажите, что мы мусульмане. В то время как вера еще не вошла в ваши сердца, Всевышний говорит, что те люди, в сердца которых вера еще не вошла, они являются мусульманами. А Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, что если даже и вошла вера, даже после этого они не являются мусульманами. Это одна из граней, об этом мы говорили на прошлой нашей встрече. Итак, чего еще хотелось бы в этом связи коснуться? Мы пойдем еще дальше, еще кое-каких граней в этом вопросе коснемся. Обратите внимание, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб – это еще одна грань и, в общем-то, еще один оттенок мерзости Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, его учения. Он приводит огромнейшее количество вещей, которые подпадают под категорию ширка, неверия, прошу прощения, многобожия, ширка, многобожия. И считает, что если человек, который произнес шахаду, я процитирую то, что он говорит. Он говорит, что если человек произнес шахаду, две шахады, и далее, ее произнесение само по себе не обеспечивает неприкосновенность жизни и имущества, а также не обеспечивает этого непонимание смысла, если он произнес шахаду и понял, что это значит, это не обеспечивает, не делает его мусульманином, мало того, что не делает его мусульманином, более того, не обеспечивает ему неприкосновенность жизни и имущества. Не обеспечивают его подтверждение, и тастик, и иман также не обеспечивают. Не обращение в намазах к одному только Аллаху. И во время молитв тоже обращение к одному только Аллаху тоже не обеспечивает. И не то, что не делает мусульманином, мало того, что не делает мусульманином, так еще и не обеспечивает его неприкосновенность жизни, имущества и чести. Имущество и жизнь человека будут неприкосновенны лишь тогда, когда все вышеуказанное будет дополнено полным отвержением всех объектов поклонения. Полным отвержением всех объектов поклонения. И он дальше приводит небольшой список, который мы приводили. Сколько там было? Вы не помните? 60. Да, 60. Совершенно верно. 60. Но это не весь полный список. Там они еще дополняли этот список. То есть, произнесение шахады, понимание шахады, вера в шахаду, молитва, намаз и обращение в молитве к одному только Аллаху. И наряду с этим полное отвержение всех объектов поклонения. Полное отвержение всех объектов поклонения. Он дальше приводит список. Здесь нас интересует этот вопрос. Полное отвержение всех объектов поклонения. Полное отвержение всех объектов поклонения. Обратимся в священный Коран. Что говорит об этом священный Коран? Мы выяснили, ислам и вера это разные. Я напомню очень быстро. Ислам это когда ты «Каулун», как говорит Табари, это слова, то есть шахада. Толкуя аят священного Корана. То есть это значение священного Корана, который говорит: «Валямма ядхулил иман фи кулубикум». «Лакину кулу асламна, лакину кулу асламна, валямма ядхулил иман фи кулубикум». Вы стали мусульманами, вы покорились, но вера не вошла в ваши сердца. Что этот аят священного Корана говорит?
мы это прекрасно понимаем, и ученые это подтверждают, что ислам это есть слова, а иман это есть подтверждение, это вера в сердце, это то, что ты по-настоящему веришь, то, что говоришь. Так? Таким образом, мы выяснили, что иман, вера, это нечто более высокое, более качественное, нежели ислам. Так? Это высшее, более высшее достоинство, чем ислам, вера. Отличается от ислама. Ислам не есть вера, вера не есть ислам. Ислам ниже веры, вера выше ислама. Так? Теперь обращаемся к аятам священного Корана. И посмотрим, что говорит священный Коран о ком? О мусульманах? Нет, о верующих. В священном Коране говорится: «Вама юмину аксарухум билляхи, илля вахум мушрикун». Большинство тех, которые уверовали, принесли веру, у которых есть вера в сердце, вера, не ислам. Большинство тех, которые принесли веру, большинство из тех, кто уверовал, являются многобожниками. Не мусульман, обратите внимание, даже речь не идет об исламе. Речь идет о вере, о тастиге, о тех, кто по-настоящему убедился в словах «Ля илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах». «Вама юмину актарухум билляхи илля вахум мушрикун». Это аят священного Корана. В священном Коране говорится, что большинство верующих являются кем? Многобожниками. Большинство верующих, у большинства верующих, как выражаясь словами Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, имеются объекты поклонения помимо единого Бога. У большинства не мусульман, еще раз подтверждаю, еще раз повторяю, это ясное и недвусмысленное значение данного аята. Большинство толкователей, которых я видел, по крайней мере, которые толковали этот аят, они относят этот аят к кому? Неверно. К многобожникам, тем, которые были не мусульманам даже, даже не мусульманам. Но это толкование полное заблуждение. Почему? Потому что в этом аяте говорится «Ма юмину аксарухум билля». Говорится о верующих, не то что об мусульманах, а тех, кто выше мусульман, а тех, кто уверовали. Это совершенно очевидно, что это ложное понимание данного аята, отнесение этого аята к многобожникам, которые были до ислама. Нет, это к мусульманам. Но что здесь понимается под мушрикун, илля вахум мушрикун, под многобожием? Это многобожие, небольшое многобожие, а малое многобожие. Это малый ширк, это небольшой ширк, потому что большой ширк не делает человека мусульманином, выводит человека из ислама. Если человек говорит, нет Бога, кроме единого Аллаха, он все, он уже отрекся от большого ширка. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то, чего не понимают ваххабиты, то, чего не понимают толкователи этого аята, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что я не боюсь, что вы выйдете из ислама и станете многобожниками, но я боюсь, что вы будете совершать малый ширк. Вот что является чумой для мусульман, то, что является настоящей болезнью для мусульман, это малый ширк. Это предание приводит сам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в той же самой главе, 6 главе книги «Тавхид». Это признанное предание, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что я боюсь, что моя умма станет совершать ширк, малый ширк. И что подразумевается под малым ширком? Это рия. Это рия и погоня за мирским, когда объектом поклонения, но это малый ширк, это малое поклонение, объектом поклонения становится имущество, деньги, положение в обществе, объектом поклонения становится работа, становится кресло рабочее. Вот, то есть большинство из тех, кто уверовали, не мусульман, те, кто выше мусульман, еще раз повторяю, мне постоянно приходится повторять, потому что, к сожалению, некоторые люди это плохо понимают. В этом аяте ясно, недвусмысленно говорится о верующих, а не о мусульманах. Мы уже выяснили из другого аята священного Корана, что вера выше есть ислама. Разница. Есть разница, вера выше ислама. Уважаемый. Да, я извиняюсь. Большинство верующих совершают малый ширк, говорится в этом аяте священного Корана. Уважаемый шейх Гурбан, мы, если вы не против, прерываемся, после чего продолжим. Иншаллах. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами. После небольшой паузы мы продолжим данную тему.
Уважаемые наши телезрители, мы прервались на небольшую паузу, до которой говорили о разнице между иманом и исламом и давали толкование аяту священного Корана. Уважаемый шейх Гурбан, мы сказали, что в этом аяте, который вы прочитали, имеется в виду верующие в противовес мусульманам. То есть, все-таки они остаются мусульманами, но это имеется в виду, что они не, большинство из мусульман не, не имеют ту степень, которую должны иметь, так сказать, полная вера, не имея малого ширка. Ну, начнем с того, что отречение от всех объектов поклонения, как говорит Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, это исма, это непорочность. Это значит, что человек стал непорочным. Непорочным, когда он отрекся от всех объектов поклонения. Он полностью избавился от малого ширка, значит, он стал непорочным. Нужно стремиться к этому. Но большинство людей, большинство мусульман, не только... Обратите внимание, во-первых, в Священном Коране говорится, что большинство мусульман не являются верующими. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ Большинство людей, даже если ты очень сильно этого хочешь, не уверуют, не принесут веру. Так мало этого, из тех, кто из того малого количества, которое уверовало, принесло веру, те, которые уверовали. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُمْ Большинство из них совершают... На 100% не уверовало, так сказать. Большинство... Нет, почему? Вера есть вера. Есть степени веры и так далее. До убежденности не дошло. Даже может быть убежденность, но это очень... Это практика. Отречение от всех объектов поклонения – это не убежденность. Это уже на... В деяниях, то есть. Это в деяниях проявляется. Когда человек, да, он говорит, что деньги для меня – это не Бог. Деньги не решают все. То есть на словах он это все понимает. Он это все прекрасно понимает. И убеждениях, не только на словах, он это все прекрасно понимает. Но на деле он не может отказаться от денег, от того, чтобы... И порой бывает, что делает что-то исключительно для денег. Это объект поклонения, становится для него объектом поклонения. Это малый ширк. Да? То есть... В Священном Коране Всевышний говорит «Вама юмину аксаруху биллахи илля вахум мушрикун». Большинство из них, из тех, кто уверовали, большинство из тех, кто уверовали, они совершают ширк. Из контекста аята понятно, что малый ширк, небольшой ширк, потому что если большой ширк, то они не могут быть верующими. Почему? Почему? Потому что из большого ширка человек выходит исключительно даже самого ислама. Потому что в Священном Коране, в другом аяте, которым мы ознакомились ранее, Всевышний говорит «Валякин кулу аслямна» «Скажи, что мы мусульмане» «Валямма ядхули лиман фи кулубикум» «Вы мусульмане, но вера не вошла в ваши сердца еще». Так? А здесь говорит «Вера вошла». Но понятное дело, что здесь речь не идет о большом ширке, потому что совершая большой ширк, невозможно стать мусульманином, не говоря уже о том, чтобы стать верующим. А здесь говорится о тех, кто уверовали. Значит, малый ширк, то есть наличие объекта поклонения, так или иначе, среди людей будет, даже среди верующих, даже среди... Вера – это великое достоинство. Это величайшее достоинство. Это высочайшее достоинство, к которому человек должен стремиться. Вера – это не просто так, это не что-то такое незначительное и мелочное, нисколько. Это очень большой. Верующий человек – это человек достойный, это величественный человек. И касаясь того, что толкователи говорят, что здесь имеется в виду мушрики, не мусульмане, а те, кто не являются мусульманами в этом аяте, то приведем другой аят Священного Корана, тот же самый аят, в котором говорится «Лякин кулю аслямна». Скажите, что мы мусульмане, но вера еще не вошла в ваши сердца. Что этот аят значит? Это значит, что те, кто... Есть разница между мумином и мусульмом, и как раз таки раскрывает этот аят, следующий аят. Даже... Нет, это означает, что даже некоторые мусульмане не являются верующими, не говоря о том, чтобы не мусульман называть верующими. А в этом аяте говорится «Ва ма юмину аксаруху биллях». Актаругум билля, илля вахум мушрикун. Говорится о вере. Ну, это в совокупности этих аятов все прекрасно понятно, о чем идет речь. И это понятно. Почему? Потому что
И сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в известнейшем предании, которое известно ученым, исследователям, которые изучают сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: я не боюсь, что моя умма выйдет из ислама. Что утверждал? Что утверждал Мухаммад ибн Абдул-Вахаб? Он говорил: я боюсь за другое, за то, что вы будете совершать малый ширк, за то, что у вас будет рия, показуха, за то, что у вас, боюсь, что вы будете гоняться за мирским. Это и есть малый ширк, за мирским гоняться. А Мухаммад ибн Абдул-Вахаб поставил условие, которое требует убийства верующих, не мусульман, а те, кто выше верующих, выше мусульман, верующих. Он говорит: недостаточно уверовать, надо еще и отречься от всех объектов поклонения. Если так, то всех, даже самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, можно вывести абсолютно спокойно, можно вывести из ислама и посчитать его имущество и все остальное дозволено. Так, это еще один оттенок. Опять-таки, я повторяюсь, оттенков очень много. То, что я представляю, те оттенки, которые я представляю, их настолько много, что даже если мы запишем сотни передач на эту тему, мы не успеем все разобрать. Огромнейшее множество оттенков. Это еще один оттенок. Да, наряду с тем, что мы обсуждали ранее. Это оттенки одного явления, но все же. Это еще один аят Священного Корана, на который надо обратить внимание. «Вама юмину аксаруху биллахи илля вахум мушрикун». Большинство верующих совершают малый ширк. Это величайшее достоинство избавиться от всех видов малого ширка. Это величайшее достоинство для человека избавиться от привязанности. Потому что для некоторых, допустим, ведь объектом поклонения становятся не такие низменные вещи, как, ну, это же для людей, которые достигли высоких степеней веры. Не просто уверовали, а достигли высоких степеней веры. Такие люди, достигнув высоких степеней веры, избавляются от привязанности к мирскому, например, к деньгам, к положению в обществе, к какой-то должности, например, избавляются от привязанности к подобным вещам, машине, еще каким-то таким взрослым игрушкам, но не могут избавиться от некоторых других видов, от некоторых других вещей, от некоторых других объектов поклонения, такие как, например, дети, как семья, друзья. Это уже более высокие, более такие сложные вещи. Но, опять-таки, если человек любит кого-то не ради Аллаха, а потому что он его друг, он с ним вырос, он знает его хорошо и так далее, множество других вещей, он так или иначе становится объектом его поклонения, здесь имеет место быть малый ширк. Малый ширк, опять-таки, не нужно путать с большим ширком, к сожалению, абсолютнейшее большинство современных мусульман даже не понимают разницы между исламом и иманом. Они говорят: как этот человек может быть мусульманином, он даже не молится. Они не понимают даже разницы между исламом и иманом, не говоря уже о том, чтобы понимать такие более глубокие вещи, разбираться в малом ширке. Человек привязан к своему другу, привязан к своей семье, не ради Аллаха. Когда ради Аллаха, из-за Аллаха, не на словах опять-таки, а по-настоящему, на практике, на деле, это самое чистейшее единобожие, без примеси даже малого ширка. Но большинство верующих, даже достигших высоких степеней, не имеет таких степеней. Это единицы, абсолютнейшее меньшинство. Уважаемый шейх Гурбан, наша передача пошла к концу, да. Если вы позволите. Хорошо, у нас есть еще другие аяты Священного Корана, которые также касаются этой темы, но иншаллах, на следующих передачах обсудим. Иншаллах. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Уважаемые наши телезрители, наша передача, к сожалению, подошла к концу, иншаллах. Я надеюсь, что эта информация будет полезна для вас в рассуждении. А на этом я с вами вынужден попрощаться. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.